С первого раза выполнить команду подросткам сложно. Многие из них, что называется, путаются в ногах и едва ли не падают. Роман Лунин в свои 17 об армии знает не понаслышке. Юноша решил пойти по стопам отца и дедушки. Это его первая приписка и медосмотр. Роман волнуется. Великая честь, что ли? Ты чувствуешь гордость за свою страну. И тебе хочется как-то отплатить ей. Ну, хочется делать что-то приятное, полезное для страны. После построения приписки обязательный медосмотр. Нужно обойтись десяток врачей. Хирург, окулист, терапевт и невропатолог. Всех будущих призывников проверяют досконально. Специально для подростков работает и психолог, который определяет психологический настрой и моральное состояние ребят, будущих призывников. Мы ведем большую работу. Уже с начала января приписку прошли почти 50%. Здесь же на месте подростки проходят медосмотр и регистрируются на учет. Подросток освобождается от приписки только в некоторых случаях. По состоянию здоровья близкого родственника, за которым он ведет уход. Уже после осмотра и прописки данные подростка вносят в базу Департамента управления по делам обороны. По словам сотрудников городского департамента, родителям тех подростков, кто без уважительных причин уклоняется от постановки на учет, на первый раз будет объявлено предупреждение, а при повторном выявлении факта уклонения взрослые будут нести административную ответственность. Шудин Саидов, Амантай Ольбеков, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».